Всем привет, дорогие мои, с вами Кунынова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео я расскажу про свои пустые баночки. Их, сука, много, но то, что у меня каждый раз в обзоре, я это буду просто показывать, что закончилось и что закончилось, да. И, конечно же, на чем-то новеньком я буду останавливаться подольше. Итак, приступим с вами к обзорчику. Во-первых, у меня закончился биокондиционер для белья Home Dome Greenly. Говорят, что линейку выводят из ассортимента, я, если честно, не в курсе. Такие вопросы в обратную связь я не задавала, потому что, в принципе, при таком широком ассортименте и при таком постоянном расширении ассортимента работать, покупать в одно удовольствие. Пока испробуешь все новинки, о старинках уже забываешь, и хорошо, что их выводят по идее. Это у нас идет с натуральным цветочным миксом с артикулом 108-96 500 мл. Вот такой биокондиционер для белья, восточный микс. И могу вам сказать, что я не очень-то люблю восточные травы и поняла, что не совсем-то они мне и нравятся. Просто из-за запаха, хотя сам кондиционер великолепное просто качество. Далее, ультракондиционер для белья. Вот это вот новейшая новинка, которая у меня закончилась. Ну, слушайте, приятно. На балкон заходишь, такая свежесть, так здорово. Белье классно хранится. Экзотический оазис, это, в принципе, здорово. Тут кокос, ваниль, сандал идет в составе. Но аромат не тяжелый, очень хороший. И на самом деле, этот ультракондиционер для белья, ароматерапия 3 в одном, он как раз-таки такой же великолепный, как и все остальные, только отличается ароматом. И мне очень он понравился. Прям очень. Далее, концентрированный порошок для стирки деликатных тканей. Тоже просто великолепная вещь. Почему я объясню? Потому что очень много нижнего белья мы стираем, там курточек и так далее. Он хорошо простирывает, но реально ткани не портит. Особенно сшитые костюмы на заказ. Да? Мне очень часто приходится выступать на сценах. И, конечно, костюмы я шью на заказ, чтобы они хорошо сидели по фигуре. И такой гель спасает эти костюмы от изнашивания, что ли. Очень хорошо. Да? Получается 308-40 артикул. Далее, вот это вот абсолютная новинка. Это у нас идет гель-концентрат для мытья и посуды. Это у нас абсолютная новинка. Аромат у него кумкват и питая. Очень легкий, прикольный фруктовый ароматик, я бы так выразилась. Действительно нравится. Артикул 319. Тут идет 96% ингредиентов натурального происхождения. Да, хороший. Больше всего нравится вот этот вот дозатор, потому что, да, его можно, как вы видите, разводить даже 1 к 5, 1 к 1 и так далее. Но мне же, конечно же, лень все это делать, наводить, взбалтывать. Ну, не люблю я это дело. Я пользуюсь вот так вот с крышкой, поэтому поставил, и оно есть. Не надо ничего открывать, закрывать. Закончилось, нажал, и все. Вот это, конечно, прям супер для меня лично. Дальше. Концентрированный гель для стирки цветного белья с артикулом 308-42. Пара штук закончилась. Очень нравится. В общем-то, цветное остается цветным, что мне и нужно. Далее еще один такой вот гель-концентрат для деликатных тканей. И далее вот такая вот красота. Это у нас получается кондиционер для белья. Что в этот раз много кондиционеров закончилось. Да, очень нравится. Нероли и гибискус тоже. Это новая наша корейская линеечка. Ну, прям на пятерочку. Консистенция, действие, все такое же. Где-то даже в каких-то моментах мне показалось лучше. Честно скажу, очень хорошо работают, великолепно работают. Аромат тоже клевый, классный. Тоже мне понравился. Я вообще люблю, когда мне что-то нравится. Следующие два красавчика, это уже такая классика. Первое, это 0+ для Викиных застяг. Это гель-концентрат для стирки детского белья с ионами серебра, гипоаллергенная отдушка без фосфатов, красителей и парабенов. Артикул 305-15. И второе, это концентрированный гель для стирки черных тканей с функцией обновления. То есть можно стирать и темно-синие ткани. Он, конечно же, эффективно удаляет пятна, не оставляет налета и белесых разводов, что очень важно. Артикул 308-41. Тут я пошила себе два пиджака, которые полностью черные. Один с блестками, другой без блесток. Но тут не столь суть важно. Все черные очень хорошо стирают. Прям еще раз убедилась, что черный остается черным. Далее. Лето. Сначала одуванчики, потом земля, песок, пыль, грязь, трава и так далее. В общем, универсальный спрей-пятновыводитель пошел в бой. Летом у нас его расходуется в несколько раз больше, чем, конечно же, зимой. Артикул 301-51, наш must-have. Из года в год мы его заказываем и очень довольны качеством. Дальше, значит, такая вот красота. Ну вот смотрите, тут тоже раз отбеливатель, два пятновыводитель. И вот это вот тоже пятновыводитель-концентрат. Три вида
И, на мой взгляд, да, ну, отбеливатель, понятно, чем от пятновыводителя отличается. Вот эти вот два пятновыводителя. Вот это вот новейшая новинка, которая у нас закончилась. Артикул 300015. У него идет тут несколько функций. Чистка ковров, предварительная обработка пятен, замачивание, отбеливание, стирка, чистка кухонных поверхностей, мытье полов, подоконников. Этим можно делать все. Но и тут то же самое. Им можно делать тоже все. Тут тоже действие идет и чистка кухонных поверхностей, и стирка, и предварительная стирка, выведение пятен, замачивание, чистка ковров и так далее. То есть, честно сказать, в порошках я разницы вот в этих вот не увидела. То есть это порошкообразное такое средство, которое можно и в барабан сыпнуть, и в отдел сыпнуть, и прокипятить с этими средствами. В общем, на мой взгляд, они работают оба одинаково хорошо. То есть это такая уже артиллерия, немножко потяжелее, нежели спрей предыдущий, да, который я вам показывал, пятновыводитель. Оба замечательные, оба великолепные. Так, у этого артикул сказала, а вот у этого артикул 327. Тоже 500 грамм идет, и тут тоже 500 грамм идет. То есть, ну, никакой разницы нет. То есть, он все очищает и раковины, и столешницы. Все, в общем, все очищает. Белые чайники очищает. Одежду от пятен очищает. В общем, все на свете. Далее, мыло для кухни с ароматом зеленого чая. Очень его люблю. Мой фаворит 300 миллилитров. В принципе, все ароматы прикольные. Но зеленый чай более такой нежный, приятный, свежий. Артикул 112.12. Дальше, спрей для очищения ванны, душевых кабин. Цитрусовый микс. Очень редко в моих пустых баночках, но на постоянной основе, потому что его хватает на мега долго. У нас одна ванна и одна душевая кабина, то есть у нас два санузла и две ванны. Он реально мягко очищает от известкового налета, следов воды, ржавчины, он не повреждает поверхности, он защищает немножко, даже где-то есть, от повторных загрязнений. И что мне нравится в нем, напрыскал в душевую кабину, ушел и минут через 10 просто смыл, ну, где-то, может, губочкой поработал, но так не сильно, так ленивенько. Вот это мне нравится. Артикул 391. Просто шикарное средство. И, знаете, блеск какой-то после него. Очень приятный остается какой-то после него блеск. Итак, летом у нас еще и очень хорошо идут освежители воздуха. Я думаю, что это связано с тем, что все окна открыты. И пахнет, вот, мы же практически в центре города живем. Не на окраине где-то у реки, а именно в центре города. И как будто, вы знаете, вот это вот смог, грязь, пыль и так далее, хочется побрызгать, чтобы освежить воздух. И у всех этих спреев до единого есть функция. Во-первых, они идут на водной основе, а во-вторых, все эти спреи идут как? Не просто освежители, а они осаждают частицы пыли на пол. И прежде чем мыть пол, ими можно побрызгать, и намного свежее будет, особенно при открытых окнах. Вот особенно при них, особенно когда жара. Вот вчера поднялся ветер очень сильный, и я видела вот эту пыль, песок над гаражами летал с другой стороны. И я поняла, что, блин, 100% будет все в пыли. И дышалось немножко тяжелее. Но очень хорошо они осаждают. Все, что залетело с ветром, все сразу же на пол и моется. Очень хорошо и удобно. Освежитель, нейтрализатор запахов. Это для кошек такой, для собак, для домашних животных. Он приятен животным с ароматом лаванды. Животные его любят. Артикул 308.01. Вот две штуки закончилось. И, в принципе, я очень люблю аромат лаванды. Далее, антибактериальный компонент. Это чайное дерево и эвкалипт. Они идут с натуральными эфирными маслами. Содержат полезные масла. И антибактериальный комплекс придает свежий натуральный аромат. Увлажняет, очищает воздух. Хорошо, увлажняешь, очищаешь. Великолепно. Но мне показалось, что слишком уж яркий от него аромат. Если, вот, допустим, 5-6 раз распылить, аромат прям очень яркий. Но, опять-таки, он натуральный. Да, на натуральных идет масла. Поэтому меня это не напрягает. Вот, артикул 303.24. Далее, акваспрей антитабак. Сицилийский бергамот называется. Артикул 303.29. Честно скажу, тоже рисковат, сильноват. И хотелось бы больше увлажнения. И хотелось бы меньше вот этого вот сильного очень ароматика. Далее, такой вот пенный очиститель для ковров, тканей и обивок. Очень нравится чистить им диваны, кресла. Все, что, в принципе, связано, да, вот с обивками. Очень хорошо работает. Ковров у нас нету. Один у нас в прихожей лежит, такой небольшой, но он в стиралке стирается, и все, и точка. А вот этот именно, чем мне нравится, тем, что освежить мебель всегда есть чем. Очень удобно. Очень плохо, что раньше у нас такого не было. Очень хорошо, что он сейчас у нас появился. Артикул 302.52. Ну, это такая прям пенка-пенка, аэрозоль. Вот так вот вы наносите. Он делается пенкой на диване, да, но тут не особо видно пенки, но он на самом деле такой пенкой на диване делается, и никаких
проблем не бывает. Далее, значит, у нас закончились наши аромадиффузоры. Очень нравится. Посмотрите, какой слой пыли. То есть мы приехали, забыли их убрать. Видите, приехали, они уже пустые. У нас дома месяц не было. И вот такой слой пыли за месяц нашлепался, да, на эти диффузоры. Ну, мы их, что, зачем нам мыть и так далее. Просто я обалдела. Во-первых, позитив с артикулом 159. Очень понравился. Два позитива получается. И Partners Like Happy. Его, походу, нет в наличии. Артикул 1081 тоже безумно классный. Отбеливатель забыла показать. Тоже очень хорошо работает. Артикул 328. Далее, биокапсулы для посудомоечной машины для жесткой воды. Их тоже в наличии нет. Жду-жду. Заказать не могу. Они мне очень нравятся. Хотя девочки со мной спорят, что голубые лучше. Но голубые надо чистить. Я тут достал, положил и все. Чистить я не очень люблю. Каждый раз эту пленочку очищать. Вот. А там такая биоразлагаемая пленочка в нем идет. И она сама растворяется в посудомойке. Далее. Биогель для очищения туалета. Для жесткой воды. Тоже понравился. Хвойный микс. Артикул 108.98. Никаких нареканий нет. Как вы видите, три штуки стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Мы моем не только стекла и зеркала. Мы еще и им очень хорошо придаем блеск нашей столешнице, дверцам, вообще кухне, да, в целом, дверцы, ящички выдвижные, они у нас очень красивые, глянцевые, поэтому приходится и этим средством иногда от пальчика все протирать. Артикул 110.48, это, так сказать, недостатки кухни без ручек, да, вроде бы аккуратно смотрится, но и уход немножечко другой. Ручки вы каждый день не будете протирать, а тут все-таки приходится раз-два дня, раз в день протирать. Далее, вот не знаю, есть ли это средство, но закажу обязательно еще, это восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. Очень хорошо с ней легко делать укладки. Артикул 77.34. Хотя сейчас мой фаворит — это спрей 17 в одном. Он просто шикарен, этот 17 в одном. Я от него реально в восторге. Так, дальше сделала себе масочку антиелов. Ее, кстати, намного хватает. Она прям очень синяя такая. Такой вот у нее прям насыщенный синий цвет. Все, закончилась она у меня. Одну брала с собой на месяц. Тоже частенько пользовалась. 27.12. Вот две штуки у меня за месяц кончилось. И бальзам восстанавливающий для блондинок. Как-то вот он, мне кажется, что он лучше всех действует на мои обесцвеченные волосы. Хотя я уже макушку начала красить в обычный черный цвет. Но пожалела, очень сильно видно седину. Хочу начать перекрашиваться опять. 27.11. Но не знаю, как я сейчас черный буду перекрашивать. Вообще без понятия. Так, далее. Катюшкин бальзам на натуральные волосы. Это просто идеальная партия. Артикул 87.47. Сила и энергия. В составе идет касторовое масло, хмель. Очень такой хороший состав. И в плюс ко всему он идет для ослабленных и склонных к выпадению волосам. У Катюшки, конечно, волосы не выпадывают, они не ослаблены, но можно сказать ослабленные. Они у нее длинные до самой пупы, и мы каждый раз их стараемся все выше-выше обрезать, ну, чтобы меньше было видно сечёнок. И это, конечно, самое-самое то для ее ухода. Далее, рост волос бальзам. Его израсходовала я. Артикул 17.71. Но вообще человек, который каждые две недели практически красится, должен иметь такой бальзам. Да, как уже как аптечку. Почему? Потому что частая краска все равно подразумевает под собой большое выпадение волос и так далее. Да? То есть он мне реально своим составом очень понравился. И буду заказывать еще. И подействует тоже хорошо. Волосики рассыпчатые, классные, блестящие. Вроде бы как не утяжеленные, но и не пушатся. Дальше маска «Ценные масла». Что-то я ее не могу найти на сайте. Очень она мне нравится. А найти не могу. Это артикул 82.12. Это прям вот мой фаворит для моих пережженных волос. Прям мой фаворит. Но что-то вот как-то где-то ее нет. Может, обновление идет. Вот эта масочка еще есть в наличии. Smart Keratin с артикулом 82.48. Она уже такая розовая, няшная, с очень таким приятным нежным ароматиком. Далее у нас идет морожка, маска для волос. Но она идет для всех типов волос. Она идет для увлажнения, питания, волосам силу блеск, предотвращает появление секущихся кончиков и так далее. То есть это для сухих и ломких волос. Это лично для меня, но Катюша тоже берет. С того, что у нас очень было много людей на воронку, на мейке, на прическе, аж три лака закончилось. Ну, один был неполный, крышечку потеряли, как вы видите. И вот еще такие лаки. Контроль укладки в течение всего дня при любой погоде. Очень нравится то, что у него тут идет сильная фиксация, во-первых. А во-вторых, он не так уж и склеивает волосы, и прическа может два дня держаться. Вот у меня, как у обесцвеченной блондинки, прям держится. На натуральных волосах, конечно, надо потолще слой. Артикул 89.73.
Далее довольно-таки крутая сыворотка, эликсир, глубокое восстановление для всех типов волос с артикулом 1897. Видите, да, такая вот прозрачная такая вот эмульсия. Тут еще сколько-то осталось, да, такая вот она прям прозрачненькая. Идет на дне вот есть. Что хочется сказать, то что он действительно очень хорошо восстанавливает волосы, прям очень хорошо. Я частенько им пользуюсь, он у меня даже стоит около компьютера, потому что я с сырой головой люблю сушить волосы, сидеть у компьютера, там музыку слушать, читать, что-то сушу. Мне скучно просто стоять, смотреть в зеркало и сушить, если честно. Далее, это штучка для освежения в шкафу. Мы их накупили кучу, ну вот одна осталась лишняя, убрали ее. Это, в принципе, сюда капаете лаванду. Она идет изначально с ароматом лаванды, но когда через 2-3 месяца аромат лаванды испаряется из нее, хотя до сих пор чувствую ее, но очень отдаленно, но чувствую. Сюда можно капать, да, вот лаванду и снова вешать обратно. Масло лаванды у нас есть, удобно. Так, дальше охлаждающий гелевый пластырь для тела, мгновенный охлаждающий эффект. Очень круто, особенно работает в жару и от температуры. Мне тут было прям мега жарко, надо было ехать на такси, фотосессия, все дела. Я взяла себе на руку, да, между плечом и локтем, вот на центр руки взяла и с обеих сторон налепила. И очень даже хорошо, потому что фотосессия такая штука, где не очень полезно потеть. Поэтому классный, очень классный эффект. Еще раз повторюсь, на школе развития человека муж у меня затемпературил очень сильно, под 40. И, конечно, с пластырем ему было легче. Ему прям по 2 пластыря на лоб клеила, от виска до середины лба и от другого виска до другой середины, ну, до центра лба. И получалось классно. Охлаждающий гелевый пластырь. От него не сильно холодно, но чувствуется, да, чувствуется такое вот постоянное охлаждение. Работает он примерно 6 часов, но смотря до какой степени человек сам по себе горячий, да, если температура 39, он может и 4 часа отработать, не 6, то есть отдать быстрее весь свой холод, но тоже здорово. Артикул 910-104, постоянно покупаю, сначала думала, что за ерунду выпустили, теперь поняла, что это совсем не ерунда. И теперь думаю, как же ж я без него раньше была. Тут видите, как мнения меняются у людей. Так, значит, это мой любимый кислородный бальзам. Артикул 5806, рассказывала уже неоднократно про эту красоту, что его можно перемешивать в принципе, как я делаю, со всеми кремами. Например, в нашей новой золотой линейке нету крема Novaftemo 2 кислородного вот этого транспорта. Это средство не только там от укусов насекомых, от прыщей и так далее, да, то есть, ну, не только это, но еще и усиливает действие всех веществ за счет того, что тут идет рекордное просто содержание Novaftemo 2, который в принципе захватывает из воздуха кислород и доносит глубокие слои кожи. Артикул 5806. Всегда во все кремчики капаю его. Далее, безумно классная умывалка. Больше всех мне понравилось, честно вам говорю. Очень классная умывалка. Артикул 0397. Она такая густая, ее надо чуть-чуть. Она невероятно долго заканчивается. И я вот думаю, в следующий раз мы на месяц поедем, нам с мужем ее на двоих хватит вот на целый месяц. Не надо брать две, там еще сколько-то. Вообще очень круто. Далее, сухой шампунь использовали для причесок, поэтому целая упаковочка ушла. Артикул 2702. Так, это Катюшкина интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Артикул 0191. И восстанавливающий бальзам для поврежденных волос. То есть, если это только для жирных, и Катя действительно он подходит, то вот это для всех типов волос могут все использовать. Но как-то вот Катюша любит серии, линейкой, и я это заказываю именно ей, именно для поврежденных волос. Идет артикул 0196. Далее, так, еще один такой же. Малафтилин 709-12. Знаете, тут активные компоненты просто бьют ключом, потому что тут макадами, жажаба, бурити, кедр, масляные экстракты конского каштана, кален, облепиха, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди, витамины Е и F. Состав просто великолепнейший. Конечно же, он от всего. Кто-то синяки им смазывает, да, чтобы все было хорошо, а кто-то мажет носик при насморке прямо изнутри. Кто на что гораст. Далее, очень люблю перемешивать малофтилин, кислородный бальзам, да, вот эти вот два средства. Очень люблю перемешивать с универсальным биорегулятором живой ткани на основе сигнальных пептидов с артикулом 158. 15. Шикарная штука, очень много крутых отзывов, и у меня на него тоже очень крутой отзыв, помогает от всего. Горло заболело, намазал горло. Изнутри и снаружи можно намазать. Какой-то прыщ перемешал с малофтилином, с кислородным бальзамом, вот так чуть-чуть нанес. Если ожог там тоже перемешал, нанес. В общем, штука суперская. Колени хрустят, болят и так далее. Ну, месяц придется помазать, но пройдет. Прямо здорово. Дальше, такая вот 30 мл увлажняющая сыворотка, праймер. Увлажняющая, тоже мне очень понравилась. Тут чуть-чуть остаточки остались перед
перед каждым макияжем наношу. Далее спонж 910-243, просто шикарный, великолепный. Я спонжи меняю раз в месяц, потому что как бы мы их не мыли, это все-таки спонж. И я считаю, что лучше, чем мыть, его лучше менять, покупать новый. Далее в жару очень много таких вот штучек израсходовали, но все они где-то растерялись, что-то на улице, что-то в поездке и так далее. 0256. Это идет легендарный кислород, активный спрей, восстанавливающий для всех типов кожи. Просто наносите на себя, и вот это вот ощущение увлажненности, жара сразу же на душе какая-то проходит, еще что-то, да, у меня такой спрей у дочки, у младшей дочки, у старшей дочки, на кухне стоит у девчонок, но он реально классный. Далее, крем-пенка для деликатного умывания, артикул 6784, уже обновленная версия у меня закончилась. Могу сказать, что Renovage — это 50 плюс все-таки уход, и запах такой немножечко раздражает, какой-то вот не такой он. Но не могу я к нему привыкнуть, к этому запаху. Если к Гардерике привыкла, Renovage как-то вот такая вот сластинка какая-то вот у него идет. Хотя умываться им тоже хорошо, очень хорошо все отмывает, смывает, просто никаких нареканий нету. Также у нас идет вот такой вот шприц. Тут уже все потеряно. Все потеряно. С артиклом 3071. Это корректор глубоких морщин. Беру его всегда с собой, очень довольна им действием, его качеством, потому что вещь просто, она и великолепнейшая вещь, которая действительно дает колоссальный эффект на лицо. Лицо освежает. Просто супер, ребят. Дальше тональный крем, которого нет в наличии. Он мне понравился. Но 6733, его сейчас пока в наличии нет. Но я дорасходую, потому что увидела его в распродаже остатки сладкие. Купила 5 штук. А его надо совсем чуть-чуть. И перекрываемость просто шикарная. Ну, честно скажу, ошиблась в выборе. Не цвета, а тем, что взяла его слишком много, а выпустили круче. Вот тональные кремы есть у нас покруче, их круче выпустили. Поэтому не всегда можно набирать свой любимый продукт, иначе будешь лишен более лучшего продукта из-за того, что этим придется долго пользоваться. Далее, вот такие вот салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания, 20 штучек. 3 пачки израсходовали, то бишь 60 раз постирали, получается. Артикул 308-44. Любимейшие патчи Айсеул с гиалуроновой кислотой. Я тут немножечко поскидывала назад, парочка порвалась. В общем, немножко они остались, да, показать вам, как они выглядят. Шикарные патчи, мне понравились. Нареканий абсолютно никаких нету, они реально классные. Едем дальше, закончился псилиум, которого нет на сайте, но я его взяла побольше как-то раз и надеюсь, что он вернется. 157-64, что-то компания ПП перестала нам поставлять. Сейчас, вот сразу предупреждаю, очень вкусная вкуснятина, имбирный напиток, имбирь, мед, лимон, шиповник. Люди пьют, чтобы не разболеться, если продуло или еще что-то. Очень вкусно, любимый чай моего папы. Артикул 157-19, он в распродаже, остатки сладкие. Это я выпила. Травяной сбор, контроль веса, вкусный чай. Вот прямо пьешь и прям вкусно, понимаете? Ну, мне понравилось. Артикул 158-77. Состав этого чая просто наивеликолепнейший, поэтому, конечно, нареканий к нему нету. И реально вкусненько. Нормальненько так. Дальше спрей вуаль для интимных зон. Честно скажу, у него вышел срок. И я его просто поставила как освежитель в туалете. Ой, почему я это вытворила? Ну, во-первых, жалко выкидывать. Запах реально вкусный и приятный. Просто я забыла про него. Он у меня стоял, и когда я про него вспомнила, я посмотрела 20-й год, ребята. Я думаю, господи, 20-й год. В общем, такая вот ерунда у меня получилась. Реально ерунда. Хотя спрей великолепный, и свежая версия у меня есть. Далее, восстанавливающий тоник для лица. Очень нравится. Он мне артикул 67-82. Великолепно. Дальше детская зубная паста. Ну, такую мы сейчас больше заказывать не будем. Сейчас у нас уже коренные зубки появились, но на самом деле вкусная, приятная, классная, яркая паста с ароматом клубнички, идет 3+, артикул 24-41, безопасно при проглатывании, вот это тоже мега важно. Далее, Феерик Эссенсуэль, любимый гель для душа моей дочери, артикул 81-20, нежный такой цветочно-пудровый аромат. Далее, Таваруа, это я этим пользовалась гелем для душа, цветочный, приятный очень аромат, 88-002, практически один в один с ароматом из флакона. Сейчас будете меня ругать. Тут немножко сломалась, упала, пока я пустышку несла до пустышки. Закончилась вода by Faberlic Dashkin. Это любимый парфюм моей мамы.
с икрой, вернее, с мужем мамы. Мамы у мужа, господи, что я говорю. В общем, я его очень не полюбила, он мне очень не понравился. Я не люблю легкий такой, приятный, вроде бы аромат, все, но что-то в нем есть отталкивающее. А Ираида Геннадьевна, да, то бишь моя свекровь, я ее Витя мамой называю, и частенько моих мам путают, да, они думают, что Ираида Геннадьевна — это моя мама, нет, это моя свекровь. И как раз-таки Faberlic by Valentin Yudashkin, розовая версия, Rose, меня вообще нисколечко. Думаю, будете меня ругать, но я не могу, мне очень этот аромат чем-то неприятен, я не могу понять. Ну, у всех носы разные, понимаете, и насколько его любит моя свекровь, настолько же он мне, наверное, не нравится. Далее, концентрированная зубная паста 200+, это вообще must-have всей компании Faberlic, это лидер продаж. Ну вот она закончилась, но могу сказать, что паста как паста, ее действительно надо поменьше. Когда нечаянно ей начинаешь пользоваться так же, то выходит очень много пены во рту. И когда у меня кто-то, да, из моего окружения впервые ее покупает, я их предупреждаю, что нужно выдавливать по чуть-чуть. Она говорит: моим мужикам это не объяснишь, они как выдавливали, так и выдавливают. И больше она мне не стала это покупать, начала просто обычные зубные пасты покупать. Говорит, зачем переплачивать за то, что они все равно это все выплюнут в раковину. В общем, это концентрированная зубная паста для путешествий очень хорошо, реально очень хорошо, да, то есть она экономичнее в 3 раза, чем обычная зубная паста, но нужно предупреждать своих мужчин: слушай, вот мы с тобой едем, берем концентрат зубной пасты, а не зубную пасту, ее надо чуть-чуть выдавливать. В путешествиях, конечно, очень удобно, так и то она может закончиться всего лишь за месяц, хотя такой зубной пасты хватает на 3. Почему? Потому что все равно муж выдавливает много, он привык много. Это одна из моих любимейших зубных паст, такая вот темно-зеленая, живица кедра называется, обожаю вкус, цвет, запах. Артикул 2444. Бывает у меня иногда какое-то раздражение, еще что-то во рту. И вы не представляете, за один раз почистила зубы, у меня все проходит. Видать, там есть травки в составе, которые мне очень подходят. Дальше еще один Signum One 158-15. Тоник для лица 28-21. Очень его люблю. Очень мне нравится тоник. Ну и все говорят, что крем без тоника — деньги на ветер. Так, это пена для бритья. Артикул 0533. Хорошая пена. Очень приятный аромат. Дальше дезодорант для интимной гигиены, свежий аромат. Тут жара была, я целиком его наносила на все тело, не обязательно он для интимной гигиены. Хорошая штука, 16-28, прям хорошая штука. Дальше закончился такой вот у меня дезодорант, действительно 48 часов, действительно приятный аромат, он идет шариковый, очень вкусный такой, хороший, нравится, что под конец можно поставить наоборот, и он не падает, израсходовать его до конца. Я не люблю раскидываться вещами там по полфлакона, когда не знаешь, как достать. Тут удобно наоборот поставить, и у тебя нет проблем с этим, расходуешь до конца. 25.92 артикул, приятный такой аромат, какой-то сирени я почувствовала, не знаю. Далее пару гелей для интимной гигиены детских закончилось, 3+. Очень мне понравился гель для интимной гигиены для детей, сама иногда им пользуюсь, артикул 32.66. Ну, когда мой ванной заканчивается, я подворовываю у ребенка. Классный, классный, шикарный, нежный такой аромат, легкий. А вот и мой любимый, все-таки это будет мой любимый, не розовый кварц, не фиолетовый такой, да, тоже Story d'Amour. Так, по консистенции мне не понравился, как вот этот, конечно. И он плюс идет ко всему с афродизиаками. Артикул 8722, гель для интимной гигиены. Дальше, вот такой вот огромнейший гель. Это новинка в моих пустышках. Гель для душа Джунгли. Кстати, половины пены для ванны у меня уже нету, потому что кое-кто, не буду тыкать пальцем, перепутал гель для душа с пеной для ванны. В общем, 500 мл, в принципе, очень удачная версия. Реально долго заканчивался, очень долго, месяца 2. Консистенция у него тоже, видите, не жидкая. Вот видите, сколько много, да, еще можно пару раз тут помыться, но, к сожалению, пока ты ждешь, пока он там сбежит, то есть он же стоит, и вот нужно ждать долго-долго-придолго. Вроде бы ты дождался, вроде бы все сюда сбежало, вроде бы ты все выдавил, а нет, все равно остается, и потом в итоге вот скапливается как остатки. Вот это не очень удобно. Видите, он какой густой. Гель для душа стоящий, клевый, классный. Куплю еще артикул 1440, но он, наверное, для перелива в другую упаковку, я так понимаю, да, который там, может быть, с дозатором идет. Ну, потому что такую большую версию хотелось бы иметь возможность ставить наоборот. А если ты его наоборот в ванной поставишь, он ногу тебе нафиг отобьет. Дальше, значит, гель для душа 400 мл. Моя любимая любовь 2547. Этот все-таки побеждает вот этот.
Этот не победил. Вкус реально прикольный, клевый, классный. Мне нравится. Но вишневый цвет и хлопок — это что-то нечто. Это все-таки моя любовь. Вот эта свежесть. Очень вкусный гель для душа. Далее. Мицеллярный гель для душа. Он практически без запаха, с ароматом алоэ. Артикул 8659. Чем он меня впечатляет? Если на теле какие-то там ранки раздражения, натертости и так далее, конечно, лучше им пользоваться. Лучше им пользоваться, потому что он идет для, именно для чувствительной кожи. Именно с алоэ вера и молочными протеинами, гипоаллергенные и так далее. А вот так я не вижу надобности именно его брать, потому что, ну, такая консистенция, цвет, вкус, запах, в принципе, все хорошие, да, кто любит яркие ароматы. Это артикул 8659. Но он на самом деле идет как бы для людей, у кого есть склонность, может быть, на теле к прыщикам и так далее, потому что экстракт алоэ тут натуральный идет. Алоэ вера, да, идет натуральный. Здорово. Это очень нежный такой аромат. Меня не впечатляет, но мне кажется, что это прям специализированная такая штука. Она и не должна сильно пахнуть. Дальше Витамания. Витаминное жидкое мыло. Манго и папайя 3382. Вкусненько. Вкусненько. Так, дальше крем-мыло для рук питательное. Называется «Роскошная мягкость». 8637 артикул. Не знаю, есть ли оно в наличии. Я посмотрела. Оно еще 200 мл. Сейчас это мыло перепрофилируют в 300 мл. Вот в такие вот упаковочки. Да? А вот оно, да. Вот такое оно. Это уже новая версия. А вот эти старые версии я взяла по распродаже. Остатки сладкие. Подешевле там была цена. 8637. А это уже идет питательное, да, миндальное мыло. Роскошная мягкость с артикулом 2873. 300 мл. Оно точно есть. Очень приятный, яркий, вкусный аромат. Не бьющий в нос, но и не слабеньким. Далее пара таких вот штучек закончилась. С ароматом мелатонина. Она идет 400 мл. Артикул 1269. Эта красота идет мазать запястья, за ушками. Убирать тревогу. Тревогу убирать. Очень хорошая такая штучка. Убираем тревогу. Из-за того, что тревожность у нас с вами убирается, здоровье улучшается. Потому что большинство болезней все-таки от нервов у нас. Больше от нервов, чем от чего-то либо другого. Редко что-то подхватываем. Больше подхватываем из-за того, что понервничали, иммунитет ослабился и что-то подхватили. То есть, а если иммунитет крепкий, значит и нервы крепкие. Да? То есть, оно все взаимосвязано, все мы с вами знаем. Дальше, значит, универсальный крем с аргинином. Очень нравится. 1279 от всего. Тоже прям такой универсальный кремушка. Дальше такая вот тут куча мала. Давайте смотреть. На постоянной основе заказываю коралловый кальций. Во-первых, это натуральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Во-вторых, он улучшает усвояемость кальция, что лично для меня очень важно, что мой ребенок, который растет, пьет такую вот воду. Один саше пакетик нужно класть на 1,5 литра воды и пить. Это можно сделать графин. Так как нам привозят воду по 20 литров бутылей, то мы просто кладем это по пакетику воду. Значит, вот сколько бутылей у нас закончилось, и в каждую бутыль мы кондиционируем целой пачкой. Ну, бутыли нам примерно хватает дня на 2, на 3, да, 20-литровой, потому что мы ее только пьем и только готовим на ней. Мы же ей не моемся. Дальше. Вот такая вот куча влажных салфеток для удаления пятен с собой девочки носят. Вы знаете, даже тюль на шторе спасла. Тюль на шторе спасла сегодня, и не пришлось целую шторину снимать и стирать, да, здоровенную тюль. Как получилось? Подул сильный ветер, и тюль в штору, и захлопнулся балкон. А там, видать, вот эта смазка и так далее, и белоснежный тюль стала с такими яркими темными пятнами от этой смазки. Я все стерла. Я все удалила, и не пришлось снимать целую шторину. Вы понимаете? Вообще круто. Просто круто. Слушайте, какая из них новая версия? Мне непонятно. А, они обе. 305-52. Все артикулы одинаковые. Вот три штуки. Берем с собой обязательно во все поездки. Дальше влажные дезодорирующие салфетки. Их, наверное, нет на сайте. Сейчас мы в самокате пока салфетки временно заказываем, потому что на сайте нет салфеток. Что-то не пойму, почему. Влажные салфетки быстрое очищение и уход. 15 штук. Артикул 114-34. Очень хорошо очищает. Берем с собой в дорогу. Неважно. Вот даже ноги вспотели в шлепах. Протереть изнутри шлепы. Просто шикарная штука. Ничего не липнет. Потом все в порядке. Далее, влажные салфетки универсальные, 30 штук, антибактериальные. Артикул 115-50, протираем им, ну, время от времени. Проще, конечно, взять тряпку, это экономнее, но иногда нужно бывает сразу. Далее, влажная туалетная бумага, смывается в унитаз, она биоразлагаемая, гипоаллергенная, 0+, идет. Артикул 304-01, можно ухаживать за попками новорожденных деток. Масочка, на самом деле, у меня их больше закончилось, но куда-то они до пустышек не дошли.
вышли. Маска возрождения. Она идет как обновляющая маска. Артикул 2070 с ретинолом. Ретинол — это одна из форм витамина А, настоящий суперкомпонент. И благодаря своему свойству стимулирует обновление клеток. И маска с ретинолом А, она идет отшелушивает ороговевшие клетки, активизирует выработку кожи коллагена и гиалуроновой кислоты, уменьшает видимость возрастных мимических морщин. Единственный недостаток у этих масок — их все-таки нужно смывать. Да? Написано: остатки средств удалите с помощью ватного диска, ополосните лицо водой. Артикул 2070. Есть маски, которые нужно просто распределить и оставить. Эту нужно смывать, поэтому я все реже ее заказываю, все больше заказываю золотую маску и коллаген. Их не нужно смывать. Далее, антистресс, успокаивающий травяной сбор. Он реально, знаете, так прибивает. Прибивает и прям становится пофигу на все. Артикул 156-67. Сон с него просто наивеликолепнейший. Просто невероятно спокойный сон. Поэтому спасибо компании Faberlic за такой реально действующий продукт. Бывают антистрессы, которые ну вообще не помогают. Коктейль Антошки закончился. Это 98 калорий идет в одной порции. 53% белка, антиоксиданты, витамины, минералы, пищевые волокна. 15 порций в упаковочке. Артикул 156-50. Пьем на постоянной основе его, поэтому долго расхваливать не буду. Реально вкусная штука. Так, еще салфетки для обуви. Это у нас прокладки. По-моему, это старая версия. Ее уже нет на сайте, но я ее нашла у себя. Так, 112-89. Новая версия. 10 штучек дневные. Вот ночных пока новые есть, но еще до них не дошла. Так, это антибактериальные салфетки. Порошок. Первый раз, наверное, он у меня в пустых баночках. Стиральный порошок, концентрат, пятновыводитель. Слушайте, все понравилось, стирает великолепно. Просто великолепно стирает. Артикул 30013. Очень хорошая стирка. Какой-то порошок, знаете, он даже, можно так сказать, и не пылит. И аромат у него такой не резкий, приятный. Полезная паста для контроля веса, которой тоже, к сожалению, нет в наличии. Но была очень вкусная. Не знаю, что убрали. Далее у нас закончились биокапсулы для стирки. Впервые в моих пустых баночках биокапсулы для стирки. Плюс пятновыводитель. Ну, что могу сказать? Вроде бы пока нареканий нет. Пока нет нареканий. Артикул 30031. Вроде бы ничего мы не перестирывали. Надо еще у девочек спросить. Да, у меня же хозяюшки по дому есть. Но если они что-то ругают, я вам, конечно, рассказываю. Тут я и сама сколько раз запускала, и девочки сами запускали. Вроде бы ничего, все в порядке. Единственное, что они идут не для деликатных тканей. Это просто порошок для стирки. Он подходит и для белых, и для цветных тканей. Но тут есть сноска. За исключением темных, ярко окрашенных изделий с неустойчивыми красителями. Откуда мы знаем, какие красители неустойчивые, да? То есть лучше все-таки для белых тканей их использовать, этот 100%, и для деликатных тканей лучше не использовать, потому что мы не пользовались, поэтому не скажу. Хотя написано, что он бережно ухаживает за волокнами тканей, да, эффективно отстирывает при разных температурах. Ну, как-то вот я решила, что нет. Только белое, ну, светлое, белое, там еще что-то такое. Вот. Ну, как-то с осторожностью отнеслась, все-таки там костюмы сшиты на заказ и так далее, поэтому как-то не хочется как-то рисковать и пробовать. Поэтому, честно скажу, протестировала я его не очень хорошо. Так, бежим дальше. Баланс нервной системы. Очень классный БАД. Действительно, со временем успокаиваешься. Где-то это происходит где-то на вторую неделю, наверное. Просто шикарно, классно, клево, великолепно. Вот жду, пока у меня Викуся хотя бы лет 14 будет, чтобы ей тоже начать давать. Далее, дигидрокверцетин с витаминами А, Е и С. Тут всего 30 штучек. В упаковке артикул 157,90. Шикарная просто штука для сосудов, для сердца, для всего, чтобы у вас все было хорошо со здоровьем. Дальше антистресс, тоже просто великолепный БАД. Его тоже можно и так пару штучек выпить. Действительно чувствуешь эффект. И чая можно пакетик выпить. Да, вот чай я вам показывала, тоже шикарный эффект. Ну и плюс ко всему, я его пропивала и целый месяц. Тоже, знаете, такое какое-то спокойствие, умиротворение. Прям чересчур как-то стало все пофигу. Думаю, нет, я что-то вообще начала расслабляться так сильно, что решила, что антистресс, наверное, не для меня. Я не до такой степени псих, как думала. Далее, контроль сахара, БАД с пиколинатом хрома, который будет стараться, чтобы вы хотели меньше сладкого. Но смотря, если патогенной микрофлоры много в организме, как мне сказала мой врач, то контроль сахара, он может не справиться с желанием, потому что именно патогенная микрофлора просит натуральный сахар. Пропила иммуносистем суппорт комплекс. Очень хорошая штука, не кашлянула ни разу. Где-то были моменты, вроде начинала болеть, но перестала. Дальше, эндокринная система мужа. Тоже много энергии, много всего. Ему понравилось. Дальше, InstallClee, это антипаразит сейчас. Это еще старая версия, допиваем старую версию. LiberaVerm называется. Сейчас у антипаразита тоже новый артикул. Единственное, что могу сказать, у него не очень приятный запах. Вот этот вот гвоздик, ну вот это вот все, что от паразитов. Но на самом деле, почему бы и не пропить. Пью его
его после завтрака. Далее Joint Support, это поддержка суставов, уже новая версия, артикул 158.33. Третий раз пропиваю и могу вам сказать, что у меня прошли колени. У меня долго болели колени, они прошли. Те, кто жалуется, что у них колени не проходят, я теперь не верю, потому что я испытала на себе, на практике. Я сделала все, как советовал мой врач. Сначала я пропила антипаразит, а потом начала кормить суставы. Я начала кормить не патогенную микрофлору, а суставы, и мне все помогло. Ну, говорю, как есть, другой практики у меня нет, у меня есть только моя практика. Далее, гастрокомфорт для желудка, тоже мега вещь, классная. У кого бывают проблемы с желудком, очень хорошо попить. Кардиосуппорт, тоже очень классный БАД, это еще старую версию мы допили, сейчас новую уже начали версию. Артикул 158.41, действительно, даже сердцебиение успокаивается, очень хорошая штука. Далее, эндокринная система Woman, смотрю, уже срок подходит, а я все не пью и не пью, поэтому выпила. Ну, нормально так, приятно. Хорошая штука. Эффект есть, знаете, какой от эндокринки? Такой, что меньше хочется сладкого, больше энергии. Как-то вот радостнее на душе становится. Не спокойнее, да, как с антистресса, да, и баланса нервности, а радостнее на душе, да. То есть что-то вот такое там прикольное. Ну, женщины и гормоны, это вообще вещь такая очень интересная. Дальше D3 плюс K2 комплекс идет. Очень хороший состав. Мы им очень сильно, очень быстро подняли уровень D3. И мне его сказали 2 недели не пить, и через 2 недели только начинать пить по 2000, то есть по одной штучке. Мы его мгновенно подняли, пили по 10 000. Артикул 158.09, прямо и дочери себе, и мужу, и старшей дочери, да, все вчетвером пили. Далее, витамины группы В. Мой врач говорит, что их можно пить только после антипаразита тоже, потому что паразиты очень любят железо, витамин В и так далее. Артикул 158.04, с него тоже очень сильно повышается настроение. Q10, старая версия, мы его теперь больше не берем. Не потому, что он плохой, Нет. Просто у нас есть Q10, коэнзим Q10, более крутой состав, более лучший состав. Далее, блок Spain, воспаление снимается, тяжесть, какая-то боль снимается, то есть блок Spain. Очень понравилась эта штука, и скажу вам, что это просто великолепнейший состав. Артикул 158.13, он оказался еще и жаропонижающим. Дальше, магнезиум хелат. Это магний, я его пью по 2-2 раза в день, 158.01 артикул. Его не надо пить с перерывами, его нужно пить на постоянной основе, потому что 10 минут стресса выводят суточную дозу магния из организма. Это тоже все мой врач мне рассказывает. И магний, он не всегда имеет свойство усваиваться. Но если все-таки он усвоился, у нас самая усвояемая формула хелат, то он помогает усваиваться кальцию и всем остальным. То есть без магния очень плохо усваиваются все остальные. Вот. И без магния очень сильно страдает сердце. Сердце — это самое-самое главное, что разносит. Если сердце плохо работает, плохо качает кровь, то как раз-таки оно не разносит так хорошо, и кожа может там посереть, да, потускнеть и так далее, и так далее. То есть магний – это наше все. Мышцы сводит, когда магния не хватает. Представляете, что с сердцем творится, если мышцы сводит на ногах, когда магния не хватает. В общем, мы его пьем всей семьей в лошадиных дозах. Я пью по 4 таблеточки в день. Дальше омега-3 форте. Артикул 157.79 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые самостоятельно организмом не вырабатываются, поэтому мы их принимаем таким образом. И дальше, конечно, кальций К2, тоже 60 штучек, артикул 157.61. В общем, вот такие огромные длиннющие пустышки. С вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.